Осенью собираем, вот на хранилище там храним, продуваем там все, температуру держим, вот весной продаем. Сезон же надо сажать, тем более сейчас самим надо выращивать, чем покупать. Работать надо, каждый собирается там выращивать. Зачем покрупнее-то испортится она? Насупная, маленькую убрать, а не большую. Я приехала за овощами, за свеклой, за капустой, за картошкой семенной. Будем сажать, есть свой участок и будем обеспечивать свою семью сами. Народ заботится о будущем урожае. Многие дачники уже поняли, что нужно выращивать и капусту, и все остальное у себя. Поэтому народ интересуется, покупает, готовится к сезону. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.